Лёв. На горох поди, не? Нет, на кукурузу. Угу. Ну на кукурузу, блядь, я вот если честно, ни одного не поймал. Ни кибака, ни... На кукурузу я на чертоле ловил, блядь. Ради интереса. Давай возьмем. Ну давай возьмем, хули. Мужик сидит на червя, такой кукурузину хуякс, ебать, подъязки вот такие, как начали клевать, блядь. Тут что, правда на кукурузу? Я говорю, ага. Ну и давай хули на кукурузу. Кукурузу я ни одной рыбешки не поймал. Ну там мужики сидели, пришли, как они, которые садик строили-то. Mm-hmm. Они откуда-то из Урала уже, нахуй. Ну-ну. Тоже тут дудочки мне, они там сидят. И это, тогда один чурагайка на кукурузу ловил. Но он специально ее ловил или на удочку просто? Не, просто на удочку засадил. А там кукуруза валялась везде, нахуй. Ну-ну. На толстом, в большом затоне. Mm-hmm. Ну, а потом-то чебаков таскали, нахуй. Че за рыба? Я говорю, чебаки. Да, ничего не знает. Ну, у них там же эти ебаные, как они? Это, я говорю, ты чего? Он такой говорит, почему говорит, чебак-то, нахуй? Я говорю, потому что чебак. Он говорит, а у нас это пелить называется. Mm-hmm. Плотва. Ну? Я говорю, это у вас там за Уралом плотва. Ну а это? Жерех это кто? Это ясь, наверное, наш? Жерех не, жерех вообще хищник, походу, нахуй. Ну так и ясь хищник. А ясь какой хищник? Не, он такой же самый, он, блядь, я вообще не понимаю, как. Потом они этот. Различаются там. Белый амур. Ну. Они различаются там плавниками, блядь, но, там окраской можно, нахуй. И все, и больше нет. О. Вот он тот, который был. Тот же самый этот. Как его, блядь? Елец, допустим, нахуй. Ну, елец длинный. Ну? Ельцов мне нравится ловить, блядь. В этом году клевали. Под кустами любят, вот, на речке. На Ую, там, на Шише, блядь. Под куст закидываешь, нахуй. Глубину небольшую делаешь, блядь, по два штуки. Вот так. Ну, сорога возьми, сорога. Это же чебак. Ну? Ну, Нельма тоже чебак, тот же самый. Ну. Но они чебаковые, наверное, идут. Да. Просто под виды. Одна и та. Ну. Ой, я еще помню, больничная подсобная была. Ёпты мои, вот там карта, блядь, была, разводили, да. Разводили, ага. Рыбачи, правда, не давали, ну, того это останавливало. Да, конечно. Они воду спустят, во луже остаются. Они специально, чтобы выловить его? Ну. Mm-hmm. Не спускали, потом его убили, нахуй, током, нахуй. Mm-hmm. Я же, это, убирали. Так а что он сейчас-то не разводит? Кому это надо? Невыгодно. Невыгодно, наверное. Его же кормить надо, если что. Ну-ну, поля не сеют, нихуя нечем кормить. Это... Вот лужа останется, придешь, а вот сын это. Хули, ну куда он денется отсюда? Натягаешь, так и разные. Ну он есть как один был. Ну сколько вырастал, сколько вырастал. Ну-ну. И вот был как бы чурагайка. Чурагайка была тоже как одна вот так вся. Ну-ну. А такая вот она. И ну, больше, нынешняя. Приезжать нечего. Там где без хвостов, блядь, без плавников, они хули друг друга уже ели. Ну-ну. Вот, половили там. О, смотри, крупняк попёр. Да. Захотел попасть. Тоже, наверное, завтра приеду, я тут устал. Да, может, завтра дождь будет. Я знаю. Погода, блядь, непредсказуемая. Пошло что-то, блядь. Да хватит уже дождей-то. Смотри. Косячок, наверное, подошел из двух штук. Ну вот уже жарился. Да. Охота рыба. Варить его мне не понравился. Вот жареный заебись. Да. И это, и в консерве заебись. Котлеты с него хорошие тоже. Котлеты там, ну хуй знает, не очень мне как-то понравились. Вот я когда мешок-то поймал, хуй знает, или их не прожаривали, наверное, надо было меньше делать. Позвоночник, все равно как-то это. Вот я говорю, мне понравилось, вот в сметане он охуенный, вообще классный. И вот в консерве. Консерву я делал, блять, вообще такая классная консерва с него, охуеть. В томате? Нет, просто в масле. Просто в масле? Да. На томате. Тоже тогда по весне, мужик, сетенки ставил. И, короче, пришел, нахуй, он эту сеть, блядь, как до дома, до волок. Она вся забитая, нахуй, чебаком. А чебак вот такой вот, блядь. Ну-ну.
Что с ним делать, нахуй, хули тут? На 18, на 18, ага. Да, она его, это, плавники обрезала, нахуй, все это дело, нахуй, в банку. Угу. Хуйню там, нахуй, туда этой специи, хуец, и сварила. Сюда надо лавровый лист, блядь, горошек этот, перец, и все, соль. Томат. Сварила, за уши не оттянешь. Вообще классная рыба получается. Вообще, бля, такая, от магазинов не отличить. Вот шевелится же трава, видишь, снизу? Да, это там, они и ходят. Ну? Может, карасик, блядь. А ты карась так близко к берегу будет сидеть. Чайка. Чайки. Рыбачит. О, блядь. Вали. Надо поменьше глубину сделать, кидануть. Может, и ротан. Ну, они вот с часок только вылезли, не было. Да это еще не комары, нихуя. Ничего, вообще, я думаю, и больше будет. Воды там не было, вроде это. Еще один рыбак. Ну, он уже обратно едет. Он здесь, он уже был. Здорово, мужики. Здорово. Есть? Да, ротанчик маленький. Ротан есть, а? А там что, чебака нет? Ну, я тоже там был уже. Ну, там и там был. Там, наверное, и не будет, но, пока вода не упадет. Я вот сейчас на больницу поехал, думал, может, вот там ротан есть. На дамбе или туда дальше, за дамбу? На больнице нет, тоже нет. Не, ну он там, там-то он есть, он только клевать не хочет. Ага. Куда он дел? Я вот лично не пробовал там нынче еще. Это надо с этого, отсюда заезжать, вон. Как он там, блядь. База отдыха-то сумасшедшая. А я нынче хуярю оттуда, ездил в Страдок делать. Смотрю, сука, лось стоит на дороге. Подъехал к нему, блядь. Глажу такой. Я думал, дикий пришел. Через иртыш. Потом смотрю, на ошейник, ебать. Когда до меня дошло, что он оттуда, блядь. Я его поснимал, постоял, блядь. Траус там живые какие-то, нет? А я не видел. Там, говорит, два медведя еще есть. Один сдох. Один. Ты знаешь, может, сам убился, нахуй, от бескормицы, блядь. Так а у него их что, мало там было, что ли? Я думал, он их разводил хорошо. Три, по-моему. Угу. Как вы с него нахуй разводились? У него, блядь, кони дохнут, нахуй. Натурально, блядь. Может так, может, деньги просто взял в кредит, для отмазки построил что-нибудь. А сам что-нибудь другое вхуярил. Ну там тоже он клевало. Мужик сидел там, ловил. Да хоть сегодня, да сегодня вообще. Этот кот, может, он обьет. На очистных был, не хуя. Нет, сейчас пока вам... Здесь все не было, съезжу, посмотрю что-то. А тут все залило, мелко. Нет, пока на дальше не пойдет, он не будет. Хоть на больнице, может, там хоть ротан есть такой. Что недели две назад сидели, на половине этого ротанчика. Здесь? Ага. Шевелится возле травки это.
друзья, хоть чуть-чуть посмотрите, как рыбачим. Братанчиков у нас уже там на жарёх. Чесночинку оденем. И червячинку, вот такую здоровинку. Здоровенького оденем. Вот так. Целого. И проверим. Что у нас время? 20:35. Звонила? Да. Чё? Не знаю. Может. Ну попозже, а чё? Нет, а чё? Ну у меня сейчас батарея просто сдохнет. У меня там 5%. Ну ладно, давай попробую, посмотрю. А-а-а, где ты его поймала? Ну ясно. Ну ладненько, да. Ага, ну все, давай. Ну все, давай. Давай, ага. Маленького утенка жена поймала. Что, ловится? Да ты ближе к берегу кидай.
За нижнюю губу, Мурат. Мурат, видал? Будешь премьеру смотреть так. Карасики бы клевали, было бы классно. Примете, здесь трава шевелится, друзья. С чесночком салатик. С чесночком салатик. Зацеп. Вау, какой-то крупный, друзья, был вообще. Может даже карась. А может и ротан. Вообще классно прямо тянуться. Не понял я, кто это. Ах ты, блядь, ушел. Хороший был. Братан был, друзья. Сейчас мы его здесь поищем.
Чё так, нихера? Ушел рыбак куда-то. Мамка, утка, хули. Посмотрим, сколько у нас ротанов. Ради интереса считануть. Ну, это немного. Девятнадцать ротанчиков, друзья. И вот еще один клюет. Вау, какой классный, блядь, 20-й ротан. Друзья, вот он, видали какой? По сравнению вот с такими говнюками. Вот, по сравнению с такими говнюками, видите? Ну и вот таким вот говнюком. Вот. Нормальный, классный ротан. Я же говорю, что тут крупные есть ротаны. Потому что где мелкие, там и крупные. Так вот, 20-й ротан. Клюнул крупный. Дай бог, не последний. Что-то он у меня клевал, а не карась. Кто-то прыгнул. Рыба какая-то испугалась. Да, 20 ротанчиков. Вот они. Нормально, чё. Но сковороду еще не закроет, я думаю. Тут у нас ходит, вообще не пойму, кто траву шевелит. Шевелит и не клюет. Может, тут так надо играть поинтенсивнее. Может, гальян ходит. Тоже так любит ходить, короче. Видите, у нас облачка такие вот, друзья. Чайки вонючие. Идите отсюда, нахуй. Орете только, сука, рыбу пугаете.
меня даже, блядь, в садке, нахуй, рыба испугалась. На моторе кто-то пошпарил. Травинка сорвала у меня ротанчика. На моторе кто-то по реке пошел. Ах ты, блядь. Кто там клюет такой? То ли мелкий, то ли крупный. Не понять. Воробишка прилетел. Да ёптать. Чё она? Чё не берёт-то? Может, мне вот этот груз повыше поднять? Вот так подниму груз повыше. Может, он ему не дает? Может, пугает? Сейчас, короче, червячка достану, поменяю. Так. Это червячок. Червяк. Ой, клюнула, да? Я еще классненько так дернула. И перестала. Нету никого. Давай сейчас червячка насадим. Дружочек. Чтоб попался крупный ротанишка. Вот так возьмем сейчас крупного червячка. Полосатика навозного. Но это не навозная, а силосный. В силосе, короче. Силосной яме. Да, блядь, где-то у нас тут, друзья, извиняюсь за мат, брызгука есть, который я сейчас буду вот так делать, локти нахуй. Интересно, объектив забрызгал, нет? Да нет, вроде не забрызгал. Подергивать. Давай, айда, оп. Есть. Стоять, 21-й. В жаренку.
21 ротанишка. Чем богаты, тем и рады, друзья. Да. Жрать захочешь, не такое сожрешь. Сука. Но я рыбы хочу. Давай. Ну ёптать. Маленький, походу. Поддалбливает. Я сейчас попробую сделать вообще другую хуйню. Сделаю поглубже и попробую по дну потаскать. Успокоить. О, пошел. Чё, нихера? Но. Да. Там поглубже хули. Посмотрим, что там будет, не будет. Поддергивает слабо, бля. Непонятно, чё там, бля. А, нормальный 22-й. 22-й, друзья. Рыбы нынче говорят вообще нихуя. Да и нигде нету нахуй. Даже в океане нахуй. У Эрика. В Ирландии, блядь. Угу, 23. Ротанчик небольшой. Пойдет нахуй. Едим, блин. В масле пожарим. Херово берет.
братан. 24-й. На охоту вышли, блин. На щуку ты никуда не гонял? Да я на аркарке был. Позавчера всю оплыл нахуй, нихуя. Шесть километров намотал. Ага, и нихуя. Попозже будет. Сети-то ловят, идет. Ну вон в этом, в Туралах хорошо карась ловится. На Ошину. Мы ездили туда, я приехал, только одного поймал и домой съебали. Да мне надо было срочно. Сын воблер в губу вхуярил. Хорошо новый был, блядь, насквозь. Маленький, 1.5 года, блядь. Где нашел? Я вообще в шоке, блядь. Ну а так-то мужики там сидели, мы только подъехали, они, блядь, несли, короче, черный пакет полный один, другое ведро. А с утра, говорит, вообще почти мешок поймали. Там, короче, на удочку такие небольшие ловятся, грамм по 200. А с середины на спиннинг, на донку, нахуй, там лапти под килограмм. Сегодня тоже сосед уехал, говорит, заебись, уже ведро тоже почти был поймал. Я ему через час, наверное, звонил, как уехал он. Больше не звонил. Да ну? Сорок пять км до туда. Ну час. Ёп, чё, это долго что ли? Поехал, да поехал, зато рыбы поймал. В самих Туралах. Не был там? Нет. Там мост, короче, в деревне, в самой, деревянный. Там вот большие Туралы будут, мост проедешь один. Короче, два проезжаешь, один в Влюбино, или как там? Любавино. Вот есть Любавино деревня, проехал мост через Ошу. Потом на Туралы поехал, малые и большие. Вот малые проезжаешь, в большие заезжаешь, мост тоже есть. Потом в деревню заехал, прямо проехал, там уперся в первые дома, и справа повернул, и там увидишь, короче, мост. Вот там ловить надо. Да, конечно, будут, блядь. Мы приехали, там полдеревни сидело. Мы, короче, приехали. Они говорят, тут вчера, говорит, тарских, наверное, машин 30 было, блядь. Там пиздец, говорит, народу было.
А там деревенские хули. Бабы сидят, ловят, мужики ведрами рыбу домой таскают. Вот этих крупных с тачком берут, блин. У них там сачки, все как надо, хули. Первый раз приедешь, нихуя не знаешь. Мы сами приехали, охуели, не знали, как ловить. Посмотрели, ёптать, вон что они делают тут, блин. Но. Не поверил. Но. Понятно. И пацан сегодня, я звонил пацану, тоже говорит, знаменки на уши, такая же хуйня. Ага. Так что... Так... Так а тут, наверное, ближе в Туралы. Я не знаю. Да, может быть из-за того, что разливы, поля. Ага, а да, в Туралах там получается типа в русле. Во, да. Скорее всего, вот по этой хуйне туда и едут все. Тому же, блядь. А в Знаменке, говорит, тоже ловится так же самое. И щука ловится так же. А здесь что-то нихуя. Смотри, он с утра бы въебал туда. Ну? Да ёпта там, если кто поедет, ты увидишь, ебать. У тебя навигатор есть в телефоне? Нет. Вот и все, посмотри сами Туралы. Большие Туралы, и посмотри по реке. Там через спутник надо посмотреть, там будет, короче, мост. Сейчас, подожди, если б я в свой успею зайти, не сдохнет, я тебе покажу. А, все, сдох, блядь. Давай я тебе покажу сам. Большие Туралы набери. Ух ты, блядь, тупит. Ну слава тебе. Связи нет нихуя. Туралы, да? Да, большие Туралы. О, блин. Я его что, сейчас включил, что ли? Опять отключишься нахуй. Нашел Туралы? Угу. Так, ну-ка стой, дай-ка я тебе покажу. Так, стоп. Где мы тут заезжать будем? Так, большие Туралы. Малые Туралы. Вот так, сюда вот заезжаешь в деревню, вот заедешь вот так вот в деревню, вот сюда вот упрешься, и вот он этот мостик. Угу. И вот здесь рыбачить, короче, будешь. А они вот здесь, короче, с этой стороны, вот так вот. Ну, надо пометить сюда, нахуй. Да ты сам поймешь, посмотришь там, ну, в Туралах и все. Ну или пометь, ага. Я думал, что там за мост, блядь, в Туралах мы перед ними сначала заехали, там мост. Никого не видно, блядь. Сели такие, я чебака поймал. Хуярит дед на мотоблоке, нахуй. Вы чё, говорит, здесь делаете? Езжайте туда, там народу. Да ну нахуй. А мы уже с пацаном сели, думаю, блядь, здесь будем сидеть и будем рыбачить, будь что будет, нахуй. Смотались туда, заезжаем, там народу, ёбана в рот. И рыбу несут. Я говорю, нихуя мы приехали. Ну и тут я говорю, я только карася поймал, мне жена позвонила, мы смотались и уехали.
Кого? Да ты большие туралы увидишь просто. И смотри сразу за ними речка, и мостик увидишь деревянный, и все. Там хули тебе запоминать? Конечно, ты по карте-то найдешь. Откроешь туралы и все. Там заблудиться не заблудишься. А? Да ты даже просто так сейчас вот запомни как и все. Ты в них приехал? Едешь? А? 35 показывает. И 47 показывает. Ну вот 47 может быть. Потому что мы 90 накатали, 95 туда-обратно. Ну тут он два машины какой-то, один сюда, один сюда. Хуй его знает, там может по какой-нибудь другой дороге с другой стороны заезжать может. Или 27. Если ж есть донки готовые, спиннинг, бери. Ну вот, бери. Закидываешь примерно в середину, нахуй, и все. Колокольчик. Да. Я говорю, там они сидели, блядь, таскали раз за разом. А? Да ёптать, помаленьку. Хоть такой. Я сегодня что-то рыбы жареной захотел. Говорю, поеду, может, чебаков наловлю. Чебак нихуя не клюет. Потом смотрю, тут деды сидят, ротанов таскают. Я думаю, да, блядь, хоть ротанов половить. Хоть маленько пожарить чуть-чуть, блядь. На. Ну, на машине-то заебись, хули. У меня тоже знакомая освободится послезавтра только, блядь. Камыш шевелится непонятно, то ли карась, то ли ротан шевелит. Тоже шевелился там. Может, свечка? Да.
Верховина нахуй. Мопед российский. Или чей там украинский, чьи они там были. Или Карпаты, или что это. Давно я таких не видел, блядь. Чирибас. Проехал Чирибас. Андатра выплыла. Андатр. Новый поворот. Ира там ревет. Нормально. На жареху она классная уже. Ладно, сделаем поменьше глубину. Я вам покочегарил, слышно где-то уже далеко. О, блядь, а у нас чеснока-то не осталось. Прикиньте, съел он, рот он, и ушел, блядь, с чесноком. Оденем еще один. Вот так, хоп. Глубину поменьше. Сделали глубинку с чесночком. Угу. И теперь ждем. Кто-то пролетел. Ну-ка, остался там кто из рыбаков, нет? Хуеть.
Я один остался, больше никого, ребята.